Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest.info, сегодня я покажу, как же на устройстве Sony Xperia 10.6 добавить отпечаток пальца. Чтобы на данном устройстве добавить отпечаток пальца, вам будет нужно перейти в настройки, после чего здесь же вам будет нужно спуститься в безопасность, переходим в безопасность, и здесь уже есть блокировка экрана и диспетчер отпечатка пальца. Мы переходим в диспетчер отпечатка пальца, вводим наш ключ. Еще, конечно же, это все принимаем и уже добавляем наш палец. То есть можно добавить любой, мы добавим указательный. Слегка подвиньте палец, как видим, нужно с разных ракурсов, чтобы отпечаток пальца хорошо записался, и мы могли спокойно его разблокировать. Вот видим. Такс, крутим. Как видим, отпечаток пальца у нас добавлен. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.